набыла тканину и пачала шыць рукамі маскі, бо машынкі ў мяне няма. І потым даведалася, што ў горадзе арганізавалася такая добры такі рух. Движ у допомогу докторам, почали люди шить, сбирать гроши, кольки могла, я так само переличивала, ну, с пенсии, ну, кольки могла, вось. И кинула клич, что я не могу ничего робить руками нельга. Зразумела, что повинен быть шильный шоу, и руками ты этого не зробишь, так бы, як бы ты не хотел, и что ты будешь робить руками? Кольки ты халатов ти, чего там пошиешь руками? И ведаете, что знайшлося, что вот старая машинка, какая тут вось у мяне стоит, а уже почали отрымиваться и такие великие формы, как халаты. Нам так не стоит этой солидарности, когда мы разъединялись один за одним. У каждого из нас разные политические погляды. Але тут, перед тваром смерти, этой погрозы, этой страшной хворобы, якія калечат людей, мы повинны быть солидарными с теми, кто принимает на себе вот этот головный страшный удар с медиками, да помогши им. Нехай у меня 5 разов за той час, пока я один шел со страчу, порвется тая нитка. Але я здолею провести этот шоу, и он оборонит доктора. Доктору будет легче. Тому не сдаемся мы. Не сдаемся ни перед пандемией, ни перед тем, что есть в нашем жизни. Коли мы разом, мы здолеем все. Я ушел на самоизоляцию, был предпринимателем, а в данный момент деятельность свою приостановил, поскольку моя работа была связана с общением с людьми, вот, и чтобы минимум было контактов и угроз для себя, ну и, собственно говоря, и для людей, и для моих клиентов, мало ли, что я им могу принести. Ушел на самоизоляцию, чтобы не сидеть без дела, решил присоединиться к волонтерской программе, вот, которая занимается изготовлением средств защиты для наших медиков. Ну и если мой пример кому-нибудь как-то будет заразен, то это будет хорошо, я думаю. Поэтому люди добрые у нас везде есть. Присоединяйтесь к движениям волонтерским. Это кому-то поможет. Я волонтер движения «Бай-ковид-19». Мы помогаем медикам в приобретении средств индивидуальной защиты. А также наши швеи-волонтеры шьют для них эти средства. Это комбинезоны, шапочки, бахилы, нарукавники. Все это очень нужно нашим врачам. Всего этого не хватает, и помощь каждого в этом деле важна. Мы хотим попросить всех неравнодушных граждан присоединиться к нам. Никаких специальных навыков не нужно. Мы все покажем, всего научим, расскажем. Можно любую помощь предлагать, мы ни от чего не откажемся. Потому что эта помощь действительно сейчас важна и нужна нашим медикам и нам с вами в целом.